Приветствую всех и во второй части. Средние волны. Прием на наружную антенну в городской квартире. Радиолюбители молчат на пионерском диапазоне. Что за радио такое с эхом? Он уж пусти, глаз в пустыне, там плачивый град. Может быть, даже радио Молдова. Соблюдать, видимо, законности в отношении их с оппозицией не может остановить катастрофическое падение своего рейтинга, свою дискредитацию. Граждан Украины. Мечты. Эзинзе талиат мишей. Чиху хабарарлур. Хасней чоуней. Сосатылып, кор халине гетилиорду. Сили корлар ишне тестил эдилип. Canlı yakıyor. До истината и легендата, Левски. Да търся за себе си, но да пречистя и вас. Точно была радио Молдова. Същата, която преди повече от половин век. Să mergă la școală și 22 și celelalte categorii.
Funcționează ca și cum nimic nu s-a întâmplat, iar alte categorii duc greu. Рішення Європейського суду дуже чітко вказує, що саме відбувається. І якщо ми зараз подивимося на ситуацію в Криму, то я дуже хочу, щоб Українське радіо. Що саме відбувається в площині Мілітрі? Тож NBA Star Montaggio Kiglia San Antonio Spurs játékosa Zsiendrie. Это был прием на средних волнах на наружную антенну городской квартире сегодня 19 февраля, начало 9 в Кишиневе. И спасибо всем за просмотр. Подписываемся. До новых встреч. Пока.